Избегайте эти распространенные ошибки. Не подгонять к костюму портного. То, как сидит на вас костюм, главная составляющая образа. Даже дорогой костюм будет выглядеть плохо, если он не подходит вам по размеру. Многие мужчины покупают костюм, который на 1-2 размера больше, чем нужно. При покупке костюма примерьте его на размер меньше. Убедитесь, что он хорошо сидит в плечах, ведь это тяжелее всего исправить. Подшейте рукава. Рубашка должна выглядывать из-под рукава пиджака на 1.5 сантиметра. Также подшейте свои брюки. Не должно быть тканевых сборок. Также и в области талии. Можно оставить от 2,5 до 5 сантиметров свободного пространства по бокам. Выбор неправильного стиля. Остерегайтесь покупки черного костюма, потому что он слишком формален. Оставьте этот цвет для смокинга. Угольно-серый – лучший выбор. Или же темно-синий. Ваш первый костюм должен быть однотонным. Полоски и узоры не так универсальны. Избегайте кричащих цветов и узоров. Это делает костюм слишком повседневным. Складки на брюках – хороший выбор, если вы крупный мужчина. Но плоская передняя часть брюк предпочтительнее для большинства типов телосложения. Застегнутая нижняя пуговица. Несмотря на то, что у вашего костюма несколько пуговиц, нижняя пуговица не предназначена для застегивания. Застегивание всех пуговиц может растянуть ткань. Это относится к пиджакам на 2 пуговицах и на 3. Неудаление ярлыков и швов. Всегда убирайте ярлыки после покупки костюмов. Оставлять их – большая ошибка стиля. Держите в памяти, что нужно убрать булавочные швы, которые крепят разрезы на пиджаке. Иначе пиджак не будет сидеть на вас должным образом. Ношение большого количества аксессуаров. Ношение тонны аксессуаров привлекает слишком много внимания, делая ваш наряд очень неформальным. Ограничьте количество аксессуаров до нескольких не выделяющихся вещей. Неподходящие друг к другу пиджак и брюки. Костюм – это пиджак и брюки, сшитые из одной и той же ткани. Но вещи из похожего материала не подходят, и их не следует надевать. Вместо этого выберите контрастирующие цвета. Неподходящая обувь. Ваша обувь – это главная часть костюма. Избегайте дешевые квадратноносые туфли, так как они убьют ваш стиль, а также держитесь подальше от casual обуви. Хорошая пара оксфордов или блюхеров будет идеально смотреться с вашим костюмом. Отсутствие карманного платка. Один из самых простых способов улучшить свой стиль – выбрать великолепный карманный платок. Он может быть простым и незаметным, или ярким, привлекающим внимание. Выбор за вами. Но не сочетайте ваш галстук и платок. Это смотрится безвкусно. Какие ошибки совершаете вы?